И вот мои вещи все. Ей. Окей, поднимемся наверх, я тебе дам вещи. У меня так интересно, гора не прогрузилась, она вроде изнутри не прогрузилась. То есть ты используешь ВХ, да? Да? Нет, нет, Это что за читерство такое? нет, нет, Это чертово ВХ. нет. Нет, я не Это читер. ВХ! ВХ! Это ВХ! Так, сейчас там еще уголь остался. Окей, ждем. Что ты Вещи такое? отдай. Сейчас, погоди. Вот, курицу забрал, вещи отдал. Это тебе, хотя я не знаю, где мой меч. Ладно, это тоже тебе будет, это тоже тебе, это тоже Где мой тебе, лук? это тоже тебе, это тоже тебе. У тебя лука не было. Нет, отдай лук, отдай лук, отдай, это дай, отдай лук. Отдай лук. Ладно, пофиг. Так, на тебе что? Нет, это я тебе не отдам. Так, вот тебе стрела одна. Будешь одной стрелой стрелять. Перья, вот тебе песок. Все, отстанет от мне. Так, я, пожалуй, сделаю себе ботинки. Настоящие кожаные ботинки. И самую настоящую кожаную шапку. Ковбойские боты. Ну да, смотри, какие. Ох! Блин, такое ощущение, что я в какашку наступил. На пофиг. Так, ну, думаю, нужно дофига дерева, так что. Так Какого что. цвета дерево? Не знаю. Все равно, на самом деле. Так что нужно просто дерево. А ты пока что, не знаю. Иди в шахту, хотя, наверное, я пойду в шахту. Я лучше дерево пособираю. Да, иди в дерево. В дерево. Иди в дерево. Так. Как-то тут странные места немного. Хотя. Вот вроде есть там куда пойти. Один значительный минус равним. Тут две Ё-моё, как-то идти тут надо. слишком многовато зомби, тут кажись спаунер. Я, пожалуй, оттуда валю. Ну, пожалуй, потом, если там спаунер, можно ферму сделать. Пожалуй, но. Но Не там очень сейчас. много зомби. Там очень много зомби. Слишком много А зомби. учитывая то, что у меня кирка всего, то это как-то. Как-то не то. И тут очень много куриц. У меня уже 4 яйца, я пробежался. И паркур! Да. Блин, какая крутая гора. Где там дерево добываешь-то? Где там дерево-то добываешь? Тысяча чертей. Это не ответ на мой вопрос. Так, ну тут еще Я так. делаю топор. Я сделала мотыгу или что? Сперва сделала кирку. Ну так что, круто. Будет кирка. Даже круто, как кирка, правильно? Кирка, 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 кирка. Круто. Так, возьмем этот уголь один оставим. 8 факелов. Ой, господи, какая-то стрёмная музыка заиграла. Майнкрафт музыка. Оуч. Оуч. Даже не знаю, стоит ли туда идти. Прям вот прям как-то совсем не хочется. Блин, вот прям. Там вроде что-то есть или нет, это гравий. Я думаю, нафиг, нафиг, я сюда не пойду больше, не хочу сюда, не хочу. Фу-фу-фу-фу-фу. Блин. Так. Так. Так, и так вот, и, блин, так вот. Па! Бесит такие моменты. Я буду использовать эргономичную кирку. Для рубения камня буду использовать деревянную для добывания камня. Блин, тут что-то наверняка есть. Нет, нет, ничего. Эх, печально. Так, уголь нам нужен, да? Ну, думаю, да. О, еще и железо! 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 А чем добывать? Есть кирка Еще бы. каменная, например? У меня вообще алмазно сейчас. Я же админ, я же себя прописал админку. Я всегда играю нечестно. У меня всегда железо, у меня всегда уголь, у меня всегда он добывается сам по себе. Тисик читер. Да, вообще.
ужас прям какой-то. Ужас. Прям ужас. Ужас, 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 ужас. Шаусмас. О боже, ты еще и по-латышски говоришь. Она говорит по-латышски, вы знали эту? Я, например, не знал. Откуда ты знаешь латышский? Скажу. Так, слушай, тут какой-то засранец все деревья повырубал. Я думаю, знаю, кто это был. Кто бы это мог быть? Прям не знаю. Хотя нет, я вру, я знаю. Там наглая морда такая. Бегает тут. С ником Джинс. Китайские. Какие-нибудь. Да. Так, ну давай, давай, добывайся. Добывайся, чертов уголь. Угля, углокамень. Ты его добываешь? Я охочусь на курочек. Слушай, тебе конкретно нужно мышку смазать. Я серьезно, она как-то... Она что ли не смазанная, что ли? Или очень сильно не смазанная? И то, и другое. Да уж. Так, нужно, думаю, построить все-таки домик, а то как-то не круто совсем. Прям совсем-совсем не круто. Я несу 45 дерева, необработанного. Ну, значит, давай тогда начинай строить домик. У тебя скилл плотника, думаю, прокачан, так что нормально. Ведь прокачан, да? Ну, после такого количества срубленных деревьев, думаю, да. Рубить деревья может каждый, но не каждый может из него дом построить. Ломать не строить, ломать не строить. Ну да, тем более, что ты наверняка его рукой ломала. Нет, топором. Ну, это меняет дело. Так, ну что, давай, строй домик. Лаги. Ну, как круто, у тебя затылок лысый. Что со мной происходит? Так, сейчас, секунду. Абор. Окей. Так, я поставлю делаться этот. 24 угля, железо там готовится. Этот. Да. Что? Я не умею вообще строить. Вот. Я не умею строить. Позор. Так. Думаю, нужно лестницу как-то сделать или типа того, ну ладно. Так, сделаю, пожалуй, что я делаю-то. Сундук. Фига себе, сколько грязи. Заберу яйца. И сделаю, пожалуй, одну крутую штуку. И эта штука называется заграждение. Да. Мне нужен топор. У меня есть деревянный. Ты не считаешь, что здесь как-то маловато места для домика? Ну так лопату сделай. Что-то. Это же Майнкрафт, тут нужно делать лопату. Откуда у меня лопата вообще? Лопату мне. Ой, окей. А тебе лопату даже каменную сделаю. Вот тебе на, лови, все. Между прочим, это вымогательство. Я на полном серьезе. Называется вымогательство, серьезно. Я могу на тебя в суд подать. В майнкрафтерский суд. Так, там где-то будет вот так вот. А, блин. Так, как-то так, так. Почему в тебе снежки не попадают? Ты что, в меня снежки кидаешь? Конечно. Фига себе. Нагло. Так, погоди. Так, раз, два, три. О, все, идеально сейчас хватит. Сейчас идеально хватит. Ломайся и... О, все готово. Так, теперь главное, чтобы хотя бы одна курица вылупилась. Извини, курица. Сама под... О, все, две курицы, идеально все. Их не убивать. Окей, а там за ограждением еще одна ходит. Где? Эти будут... О, боже, и вправду. О, она опять высрала яйцо, ну ладно. Да,
Опять яйцо выкакало. Лопата сломалась. Лопата? Нифига себе, зачем тебя сломала? Это же лопата была еще советских еще времен. Был повод купить новую, да? Да, это же... Ты же женщина в конце концов. Слушай, а что там делает блок? Вот, я не знаю, я его один вижу или как? Где? Там вдалеке блок, тупо в воздухе. Хотя нет, я вроде... Я думаю, там их штуки 2-3. Хотя я вроде... их тоже вижу. Хотя вроде... Нет, да, в воздухе. Странно. Так, у меня есть железо и у меня есть эпоха металла. У меня ачивка эпоха металла. Ты больше не пещерный человек. Да, ты еще пещерный. Так что. Где ты что. Там? Я тут. У тебя земли много? Да. В общем-то, нужно тогда уровнять как-то, выровнять его немного. Немного совсем. Так я этим и занимаюсь. На землю. Выравнивай, я буду копать. Нет, я буду копать и строить. Ну, значит, ты тогда и выравнивай. Да, выравнивай. Окей. Тут, наверное, тоже нужно выровнять. Как-то не круто получится. Ей. Выравнивать, только хардкор. У тебя есть тыква? No, зато у меня есть 32 штуки снега. 32? Тебе не кажется, блоки? Что... Блин, у меня тут скелет, это немного проблема. Ну ладно, сейчас я его костью его же убью. Я его убил, собственно. Костью его же. У меня есть 9 блоков снега. Нам нужен... Нужна тыква. Я на полном серьезе, нужна тыква. Нужно очень много тыквы. Зачем ты в меня этой шнеги кидаешь? Серьезно. Построй там, не знаю, юрту какую-нибудь из этого снега. Иглу. Что? Иглу. Разве не юрту? По-разному. Окей. А, ну я есть хочу, это же очевидно. Факел поставим, чтобы снег таял. Ох, еда божественная, это же еда. У меня уже 4-й уровень. У тебя какой? Ну, после того, как я пару раз умерла, у меня 1.5. И нафига тебе 1.5? Зачем он тебе? Не знаю. Серьезно? Тут зомби ходят. У тебя есть меч? Он в сундуке. Ну, у тебя есть сундук с мечом. Чувствуешь, что нужно сделать? Да. Так. А как ты вообще начала играть в Майнкрафт? Случайно. Например? Ну, случайно. Ну, каким образом? Что-то прям случайно зашла на сайт Minecraft.net и случайно скачала туда лаунчер или что? Ну, типа того. Ты серьезно? Не-не-не, ну я не верю, так что... Как ты начала играть? Случайно, я же говорю. Как? Ну, как и все, срубила дерево, дом построила. А как ты узнала про Майнкрафт? Оуч. Что-то как-то повисло, ну ладно. А не, нормально все. Ну как, сознавайся. У меня некоторые проблемы, я тут пытаюсь паук с зомби убить на пару. У меня такое дело, я тут дом пытаюсь... Ну ладно. ...строить. Прячусь в домике. Домик Оуч. Будет большой. На самом деле я тебе говорил, чтобы уравнять тут все, ну ладно, сейчас сам это сделаю. Ты же не умеешь. Паук. Давай, иди сюда. Прыгай со скалы. Все. Да, паук сдох, когда я его скинул со скалы. Это было эпично. В доме будет куча окон. Куча окон? Да.
Могучая кучка лука. Да, как-то он кривой какой-то получился. Это дизайнерская задумка. Ну, разумеется. Что же это может быть еще? Цветочки нужны? Угу. Зачем? Шерсть красить. Ты хочешь желтую шерсть? Это как-то... Не желтый цвет, он напоминает только одно такое, знаешь, желто-белый. Причем это не самое хорошее. Так, окей. Так, это самое это. Как-то слишком много стал говорить слов. Окей, это как-то по-американски слишком. Американизированный дизик. Ну да, это же слово американское. Так. Какое? Окей. Нет, не американское. Окей, английское. Нет. Окей. Английское, американскую. No. Окей. Что? И что же это? Древнегреческое. Смешно. Не, я серьезно. Древние греки писали на кораблях своих «оке», что значит «ола-кала», типа «все хорошо». Ну и нафига, они, походу, дебилы были. Зачем? Противник бы узнал, и все. Все хорошо. Если все хорошо, то можно нападать. Или наоборот. Так. Я не знаю, зачем, но я выравниваю до сих пор территорию.